вчера президент Дмитрий Медведев объявил о начале парламентских выборов. Он назначил их на 4 декабря. А в связи с этим мы призываем всех выходить на Триумфальную площадь не только по 31 числам, а ключевым событием, ключевым моментом мы видим массовый выход граждан 4 декабря сюда, на Триумфальную площадь. Давай, что, детский сад? Кому детский сад? Иди сюда. Я же вам говорю, вы меня можете отнести на руках. Суть этого заявления, мы требуем исключить нас из списков избирателей. Мы в этих позорных выборах участвовать не желаем. Это в соответствии с законом о выборах, чтобы не думали, что это самодеятельность. Да, господин Чуров обязан, где у них здесь? Суть в том, что мы им напоминаем, выборы незаконные, антиконституционные. Пусть они вас... Эта машинка будет всегда при мне, если я где-то встречу Чурова, его не сдобровать. Чуров, побрейся наголо! Чуров, побрейся наголо! Гори, Чуров, гори! О, что горит? Позор фиктивным выборам! Позор! Выборами за позицию преступления! Выборами за позицию преступления! Свободу, Таисии, Осипу! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Долой полицейское государство! Долой полицейское государство! Россия без Путина! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов!